Доллар слегка подорожал за буквально выходные, за 3 дня, там, пятниц, начиная с пятницы. Ну, я бы сказал, что этому есть множество причин. Первая причина – это все-таки явно ухудшившееся финансовое положение Украины, скажем, на макроуровне. Ну, например, если дефицит текущего счета на конец сентября составлял 1,4 миллиарда, то это, так сказать, сильно контрастирует с профицитом на это же время в 4,6 миллиарда. То есть мы имеем минус практически по возможностям государства, скажем так, выплачивать свои обязательства. Чем это вызвано? Это вызвано тем, что ну, это опять же много факторов. Первое, это вызвано тем, что плохо продаются украинские ОВГЗ. То есть Украина выплачивает, в этом году осенью выплатила значительные ресурсы, около 2 миллиардов по ОВГЗ, которые продавались там 17-18 год, там и проценты по текущему ОВГЗ, да. Но при этом продажа новых шла, во-первых, под более высокие проценты, во-вторых, ну, желающих все меньше и меньше покупать украинские ценные бумаги, даже под сумасшедшие 13% годовых.